Мы находимся во флагманской школе номер 15 городского округа Красногорск. Сегодня у нас очередное совещание, собрание, кружок, мастер-класс нашего совета обучающихся. Но единственное, что мы решили сегодня объединить и совет обучающихся, и волонтерское движение, и юноармейское движение. У нас совсем скоро будет новый праздник, важный праздник. Это День защитника Отечества. И наша задача обычного ученика, обычного учителя поддержать солдата, который находится сейчас в не совсем таких уютных условиях. Поэтому мы продолжаем эту акцию уже на протяжении 2 лет, уже более 2 лет. Мы делаем блиндажные свечи, но мы делаем это в содружестве с Успенским храмом. Мы делаем такие заготовки, мы обрабатываем банки, да, которые должны быть определенные, да, чтобы они не были токсичными. Мы определенным образом, вот сегодня я показывала новую технологию, потому что мы получили обратную связь от солдат, которые нам сказали, что улиточкой складывать не очень хорошо, поэтому лучше делать снежинкой. И вот сейчас мы с ребятами какие-то банки переделываем, которые мы делали до Нового года, да, какие-то мы делаем с нуля. Благодаря нашим волонтерским отрядам, а у нас 3 волонтерских отряда, это начальник школе «Лепестки надежды». Мы вместе, это школьники наши, среднее, старшее звено, и благодаря родительскому отряду, который существует уже 2 года, у нас имеется прямая связь с солдатами. И вот мы получили видео, в котором они нам и рассказали о том, что вот эта улиточка, она дымит в блиндажной свече, и лучше делать снежинку. Мы хотим сделать максимально удобно для ребят, поэтому мы вот сегодня продолжаем и улучшаем технологию изготовления блиндажных свечей. Глядя на такую активную, добрую работу, которую проводят наши дети, учащиеся, родители не остались равнодушными. У нас потрясающие родители, это наши помощники, это наши соратники, которые организовали в 2022 году свой волонтерский отряд, который назвали «Пятнашка». Вот, поэтому у нас есть взрослые товарищи, благодаря которым мы смогли создать такую мини-музей, витрину, в которой собраны личные вещи ребят, которые находились на СВО. Подходя к такой витрине, я думаю, что каждый может задуматься о том, что долг, честь, достоинство человека в 21 веке – это очень важные, необходимые и нужные ценности, которые в нашей пятнашке, они ежедневно воспитываются и звучат в каждом сердце.